великолепного стадиона Олд Траффорд Константин Генич и Георгий Черданцев вместе с вами ждут стартового свистка. Ну, добавить практически нечего, разве что поздороваться. Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать на большой футбол! Состав Манчестер Юнайтед. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Посмотрим на состав Саутгемптона. Что скажешь о схеме? Ну, я думаю, что итог матча во многом будет зависеть от игры и изобретательности атакующего полузащитника. То, что сегодня произойдет на поле, наверняка внесет ясность в чемпионскую гонку. Лидер встречается со своим ближайшим преследователем. Но и остается только порадоваться, что нам календарь преподнес такой матч в концовке чемпионата. Душ Сантуш Авейру. Отлично сыграно, надо решать. И пробил. И это гол! Ну сколько бьют поворотов в течение матча? Если большой перевес, то створ ударов 8-9, а тут с первого раза попал. Чуть сетку не порвал этим ударом. Приложился по мячу с лета и отправил его в левый угол. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Тут защита справляется с потерей мяча. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. И снова мяч покидает поле. Харис Сеферович. Надеюсь, он порадует нас сегодня. А ты чего от него ждешь? Великолепную игру показывает сегодня нападающий. Постоянно идет в атаку. Очень здорово действует во всех аспектах. Манчестер Юнайтед будет вбрасывать из-за боковой. Посмотрим за этой атакой. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Манчестер в атаке. Забирает мяч голкипер. Перехват мяча и можно начинать атаку в обратную сторону. Душ Сантуш Авейру. Мемфис Депай. Главой удар мяч у Манчестера. Харри Кейн. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперник. Аут. Посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Может получиться интересная атака. И навес. Защитник прекрасно обороняется, не позволяет пройти навес. Манчестер идет вперед. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. О чем? Это шанс! Забивай! Харри Кейн! Манчестер Юнайтед будет подавать угловой. Вратарь решил отбить мяч. Мяч летит в сторону ворот. Не точный удар. Мяч проходит выше. И удар должен последовать. Мяч в воротах. И это гол. Блестяще. Тотальный футбол в действии. Да, агрессивная манера игры в атаке просто не оставляет шансов сопернику. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество.
Атака остановлена, но кто получит мяч? Мемфис Депай. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Пока неплохо. Нук Шнедерле. Голкипер справляется с этим ударом на Тренер Манчестер Юнайтед проводит замену. Судья дает свисток к началу второго тайма на Олд Траффорд. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Манчестер Юнайтед атакует. Выигрывает борьбу у защитника. Мяч выбит. Угроза миновала. Погба. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Шикарный момент! Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. И это угловой шанс для Манчестер Юнайтед. Дош Санто Шавейру. Это момент! Ну нет ничего удивительного в этом голе с углового. Так обороняться нельзя. Ну надо же! Казалось, что вратарь сумел отвести угрозу от своих ворот, но мяч отскочил прямо к нападающему. Голкипер сыграл, мягко говоря, не безупречно. Вроде бы и выручил, но тут же подарил мяч сопернику. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Погба. Какой-то, знаете, между собой. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. И забирает мяч голкипер. Марко Верратти. Посмотрим за этой атакой. Оставляет защитника в дураках. Какой момент! Нужно бить! Ох, какой гол! Какой гол! Этот гол забил игрок, вышедший на замену, обращу ваше внимание. И совершенно не обязательно, как мы видим, бить изо всей силы. Действительно, главное сохранять хладнокровие и рассудительность. В итоге мы это и увидели в этом моменте. А у нас 4-0, то ли еще будет. Матео Ковачич. А вот на поле готовится выйти свежий игрок, замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешения судьи. Тут может что-то получиться. Вышел мяч в аут стараниями защитника. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Футбол — быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Марко Верратти. Но это детская ошибка. И это должен быть гол! И на месте голкипер. Команда готовится подать угловой. Просто здорово сейчас защитник сыграл. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. Душ Сантуш Авейру. 11-метровый, без вопросов.
И это пенальти плюс желтое, что вполне соответствует логике эпизода. Да, игрок, конечно, погорячился и здорово подвел свою команду. Удар с пенальти, гол! Без шансов для вратаря. 11-метровый уверенно реализован. Какая боль! 5-0. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Хороший момент! Хорошо сыграл защитник, но все еще опасно у ворот. Защита справляется. За боковую выбивает мяч защитник. Душсантуш Авейру. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. А мяч уже у соперника. Атака остановлена, но кто получит мяч? Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Отлично сыграно, надо решать. Тут защита справляется, потеря мяча. Вирджил ван Дейк. Вот и все, матч окончен. Победа Манчестер Юнайтед.